Нет, скинул нам клиент вот такую Toyota посмотреть. 2,2 дизель. Цена 7999 евро. Находится в Паневежесе. Пробег 230 тысяч. 10-й год. Так как и хотел клиент, полный привод, дизель и чтобы была обязательно механическая коробка передач. Так, в общем, она стоит в ангаре. Здесь уже темно, сейчас свет включим, попробуем, покажем. Но, в принципе, я уже посмотрел ее. Вся в родной краске машина. Но есть несколько там небольших моментов. Сейчас я покажу, где-то я тут видел. Здесь вот царапина такая небольшая, вот царапина. Ну, такие есть мелкие, конечно, царапинки всякие, но не критично. Не критично. В принципе, нормальный автомобиль. Есть одно маленькое, небольшое вздутие. Вот здесь вот покажу. Вот. Вот оно. Вот такой вот маленький. Но, как я не знаю, как ноготок. Его так быстренько все сделать. И все будет нормально. Просто тут грязь, а так все остальное все очень в хорошем состоянии. Диски новые стоят, тормозные. И впереди, и сзади. Хорошая резина стоит. Зимняя по днищу. Сейчас я тоже, если получится, покажу. Здесь тоже новые суппорта стоят. Новые абсолютно тормозные диски. То есть вон эти даже еще целки стоят. Это заводские, как бы. По салону тоже вопросов нету. Ничего не рваное. Никаких посторонних запахов нет. Целые сидушки. АУКС есть. Под флешку есть. Вот здесь все нормально. Сейчас с той стороны зайду. Тут по дверям тоже. Ну, все двери, все нормально. Я говорю, там по машине из рыжиков только один там рыжик есть. И все. Руль, в принципе, в нормальном состоянии. Здесь тоже на водительском сиденье ничего не порвано, ничего не зашито, не прошито. ДТП никаких не было. Сейчас под капотом покажу. Здесь ничего не течет, все сухо у нас получается. Турбина сухая, не в масле, под крышкой. Тоже никаких примесей, никакой эмульсии нету, все чисто там тоже. Стаканы в отличном состоянии. Силовая часть тоже без повреждений. Лонжероны все целые. Нету никаких ни ржавчины. Сейчас туда не знаю, как видно, не видно. Но все здесь отлично. Состояние стаканов без единой ржавчины. Ничего. По технической тут части тоже проблем нет. Здесь у нас тоже нигде ничего не ржавое. Ну, в принципе, автомобиль в хорошем состоянии есть. Ничего не крутилось, не снималось. В общем, выглядит хорошо. Фары не мутные,
все здесь отлично. Так, друзья, короче, этот RAV 4 мы согласовали, короче, с клиентом. Все, он нам уже закинул задаток. Закинул задаток, сейчас снимем задаток, поедем, отдадим продавцу. И в понедельник человек к нам приедет. И мы будем уже оформлять дальше. €200 оставляем ему. Вот наши €200. Сейчас поедем, завезем. И, короче, будем в понедельник уже видео сделаю нормальное при дневном свете. Потому что там в ангаре оно такое не очень яркое получилось. Сделаем уже все при дневном свете. В общем, подобрали хорошую машинку. Реально нормальная машина. Клиент сам за ней приедет. Ориентир в понедельник, ну, может быть, во вторник. Но думаю, что в понедельник все будет нормально.